Оксана, добрый вечер еще раз. Расскажите, пожалуйста, в чем основная идея вашей коллекции? Идея моей коллекции, поскольку она родилась во время моей беременности, вот, поэтому мне хотелось воплотить чистоту линий, прозрачность и легкость тканей, графичность. Большое внимание я уделила женственности. Превалируют юбки разных фасонов и годы, и кологолы, расклешенные, длинные, прозрачные. Вот. И попыталась совместить классику и элегантность с современными тенденциями.